Всем привет! Сегодня у нас на разборе такой проект, как Bridgex Network. Bridgex Network представляет собой глобальную децентрализованную финансовую экосистему, целью которой является объединение криптовалютного и финансового мира. До сих пор криптовалюты не получали должного признания в современном мире, и данный проект стремится сделать так, чтобы у каждого человека появилась возможность получить кредит, исходя из дохода с криптовалют. Также Bridgex стремится максимально упростить взаимодействие традиционных финансовых рынков с технологиями блокчейн при помощи различных инструментов и сервисов. Теперь давайте рассмотрим основные преимущества, которыми обладает данный проект. Ну, вообще главным преимуществом будет быстрая конвертация фиатных средств в криптовалюту и наоборот. Также возможность использования собственных активов в качестве кредитного залога. И также появится возможность разблокировки собственных средств через определенный промежуток времени. Низкие комиссии транзакций и отсутствие процентной банковской ставки составят серьезную конкуренцию нынешним системам. Также стоит отметить, что данный проект имеет крупных и авторитетных партнеров, которые заинтересованы в развитии проекта и всячески его поддерживают. Также со списком партнеров можно будет ознакомиться на их сайте. Далее я вам это все покажу. Как же будет работать вся эта децентрализованная экосистема? Ну, для понимания функционала платформы давайте разберемся с вами с базовой терминологией. Проект Bridgex Network представляет собой фреймворк для построения финансовой экосистемы и реализации децентрализованных решений в отраслях кредитования, валютного обмена и проведения трансграничных платежей. Пользователи смогут воспользоваться услугами кредитования под обеспечение, при этом заемные средства могут быть получены как в виде криптовалюты, так и в любой удобной фиатной валюте. То есть это доллары, евро и другие. Также будет построена, их сеть будет построена на взаимодействии следующих ключевых составляющих. Собственно, это платформа с компонентами Bridge Lend, также Bridge Convert и Bridge Send. Ядра Bridgex Core, а также сторонних интеграторов, компаний, провайдеров, централизованных приложений и сервисов. Платформа объединит самый широкий спектр участников платежных сервисов блокчейн-индустрии. Вместе с тем традиционные финансовые учреждения получат уникальную перспективу для входа и участия в новом сегменте мировой экономики. Также проект является открытой платформой, поэтому любой заинтересованный интегратор или разработчик децентрализованного ПО может воспользоваться ее инструментами. Это позволит усовершенствовать уже существующую систему, добавив к ней новые услуги или специализированные приложения и тем самым удовлетворить реальные запросы, ну, то есть финансовые потребности других каких-то пользователей. Также хотелось бы заострить внимание на их команде. Команда проекта состоит из опытных разработчиков и маркетологов. Как мы видим, на сайте, к сожалению, нет информации о их биографии, но у них имеется ссылочка на LinkedIn, куда вы можете перейти и ознакомиться с их биографией более детально, изучить ее, чем они занимались, где работали, в каких областях. Обязательно переходите в LinkedIn и изучайте их биографию. Как мы видим, команда очень многочисленная, разделена на группы, то есть это разработчики, маркетинг, руководство. Обязательно переходите на LinkedIn и изучайте их биографию. Также консультанты проекта. А теперь давайте взглянем с вами на дорожную карту. Дорожная карта у них с начала 2018 года. В конце готово ядро BridgeGP и тестнет DApp развития BridgeLoan. Далее запуск фонда Bridgex. Это у нас уже будет в конце, они его запустят, 2019. В начале Mainnet приложение Bridget Convert
и основной Smart Bridge в тестовом режиме запустят. Это в начале 2019, то есть это уже вот-вот, буквально месяц-два. Далее, во втором квартале Mainnet DApp, запуск Bridge Loan, и также уже будут обеспечены кредиты с помощью ERC-20 токенов. Далее, интеграция сторонних сообществ для голосования, ну и также будут выдаваться кредиты. И, как я сказал, запуск фонда BridgeX, это уже в конце 2019 года. Также различные статьи о проекте можете почитать, ну и подписка на их новости. Проект достаточно интересный, как мы видим, в партнерах у них тоже есть серьезные люди, серьезные организации, они поддерживают данный проект, поэтому я советую вам обратить на него внимание. В описании к видео я оставлю ссылочку на их сайт, а также на white paper, обязательно прочтите его, чтобы разобраться с проектом более детально. Также оставлю ссылочки на все их соцсети и телеграм-канал. Обязательно присоединяйтесь, там вы сможете задавать любые вопросы по проекту. На этом я завершаю свое видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.